Короче, э, не, да, ну, не так давно появилась такая штука, называется матчество. Слышали? Ну, это, короче, для тех, кто не знает, это когда женщина приходит делать свидетельство о рождении ребенка, ее спрашивают, кто отец, она такая гондон. Они такие, ну, мы не можем так в документе написать, иначе бы у нас полстраны гондоновых было, да. Даже в полных семьях. Короче. Просто у меня есть знакомая, которая ни разу не видела своего отца, но она Николаевна. Я подумала, как странно носить в паспорте имя незнакомого тебе человека. То есть, ну, лучше, что сразу прикол какой-то, да? Ну, типа, Траволтовна, я не знаю. Ну.